Мы сегодня отправились в экстремальное путешествие. Зачинщиком была я, честно говоря, очень многое оказалось неподготовленным. Но со мной такие девчата, с которыми мне ничего не страшно. Я просто горжусь, что такие вот экстремалки повелись на это дело. Куда мы придем, потом расскажем. Мы все-таки его нашли почти сами. Такая нас ожидает. Впереди дорога. Вот смотрите, какая красота. Вот такие красоты есть в нашем Хабаровском крае. Мы провели на озере лотосов весь день, чтобы специально увидеть, как они готовятся спать. Смотрите, какая красота. У нас опять все получилось. Возвращаемся мы глубокой ночью. Счастливые, довольные, напитанные положительной и красивой энергетикой. Мы еще не знаем, как мы попадем домой и когда попадем домой. Но все равно нам хорошо.